вам буквально расскажу, пока мы ждем главу Адлерского района, который нас приехал проводить, по-моему, с нами планировал стартовать. Итак, что нас с вами ожидает? 47 километров пути. Средняя скорость движения 15-17 километров в час. Значит, есть направляющие, которых никто не обгоняет. Движемся в колонну по два. Сопровождение ГАИ впереди, машина техпомощи, скорая помощь едут сзади. Если кто-то едет на личном транспорте, допустим, папа едет, мама с детьми в машинами, значит, подойди ко мне, получить наклейки на машины, чтобы вы могли ехать в колонне сопровождения. Если